Что ты там держишь? Что ты... Блин, ну ты ему говорил, не видишь, знаешь, маленький. Проверили внизу, вверху, начинаем внизу еще один гвоздь добавлять, Дони. Если внизу все хорошо, добавляй гвоздь. Сеня, ты полетел наверх, проверяй вверх, добивай там нормально все. Сеня, есть блок 35,5? Там у тебя, посмотри, на лесах нету?
лично с этой стороны. Три пятерки тоже нету. Я же тебе говорил пилить, куда ты их? Ну залазь тогда так, прибивай. Без блока прибивай, потом блок прибьешь. Грамотно бей, один оттуда слева, другой справа доски. Этот не надо добивать пока. Прибивай, начинай новый прибивать гвоздь. Грамотно только направляй его. Доня, объясняй ему, как надо. Вот ты правильно прибивал. Блин, я положил. Ай, гоше тонал, конечно, тут сам, блин. Шпирал на вот. Ай, ребята. Все, Доня, ты можешь, я думаю, пробивать уже. Молодец, проверил. А здесь ты. Следующий там, с той стороны. Что, поднять или? Ну смотри, чтобы было ровненько, Доня. Сеня, ты прибивай еще прибей один, чтобы хотя бы ты держал, а потом будешь там вытаскивать, что там у тебя загнулось. Доня, и поглядывай на ту сторону, на мою, есть ли там сучок или нет, чтобы в сучок не попасть. Где сучок, смотри, ну, чтобы потом гвозди не вытаскивай. Сеня, что ты там завис?
Че ты бороду чешешь? Ты давай прибивай. Конечно. Доня, ты что там материшься? Ой, Сеня. Ниже можно, Сеня, еще ниже можно. Да.